Чайку, что-то ты бледноват. Есть зацепки? Есть. И ведут они на Альбатрос. Ты знаешь, как туда добраться? Шефу это не понравится. Он уже закрыл дело о побеге Рекса. Шефу можно и не говорить. Не знаю. Пойду спрошу его. Нет, стой! Послушай, а туда можно как-нибудь попасть в обход шефа? Ладно. Я знаю один способ. На пароме, который отходит от причала за полицейским участком. Пароме? Только шефу. Ни слова. Ну ты... Спасибо, Фрэнк. Увидимся. Окей, удачи. Будешь говорить с Элли, передавай ей привет. Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в LEGO City Undercover. Короче, на Альбатрос нам надо куда-то на пароме. И сейчас мы разберемся, куда это. Короче, нам надо туда, там где-то порт. Ага, нам, блин, надо не здесь заходить. Блин, как неудобно, что камеру тут поворачивать нельзя. Нет, заходить надо не отсюда, заходить надо с другой стороны. Интересно, а тут он вообще лазит тут? А, ладно, потом разберемся. Блин, как неудобно, что тут камеру поворачивать нельзя. Управление реально для джойстиков настроено. Так, я так понимаю, здесь можно обойти. Тут что-то строится. Точка вызова транспорта. Не, не надо пока. Так, ну и куда нам? С этой стороны заходить? Да блин, тут... В смысле, а что все закрыто-то? А, построить что-то надо, наверное, из этого. Другого способа я потому что не вижу. Ага, вот так, все понятно. Да блин, почему закрыто-то все? Куда идти-то? А, вот спуск. Понятно. Сколько там времени на часах? Ага, 10 ровно. 10 часов утра. Ну или дня уже, можно сказать. Так. А чё он не говорит-то с ним? А, в общем, тут, короче, видимо уже не поговорит. Или подождите. Куда стрелка-то показывает? Короче, я это второй раз уже пытаюсь записать эту серию. Первый раз я записал с этим капитаном, короче, поговорил. Он сказал, что здесь был паром, а он его потопил. Очень-очень странно. Ну и вот, в общем, я загрузил повторный. Тут уже катсцены, к сожалению, то и нет. Извините, что вот так получилось. И я, короче, вообще не понял, что там надо делать. Что там дальше делать? Я понял, что надо суперблоки находить, но я сумел только один раз добыть. Только один я сумел раздобыть. А до остальных я вообще не понял, как надо добраться. Вот я вижу один. На верхушке где-то. Вообще на самой. Просто пришлось смотреть в ютубе, как то место проходить. Чтобы построить плот, там надо 15 тысяч штучек собрать. А у нас всего 4 тысячи их. Короче, во-первых... Вот здесь я его проморгал. Вот здесь один суперблок. Вот здесь один. Я только вот здесь, вот как раз таки вот где вот сейчас я говорю, там собрал только. Другие не нашел. Так. Ага, тут я тут уже собран. Тут уже собран. Прогресс сохраняется. Здесь нету, к сожалению, таких сохранений, где заходишь. Тут игра сохраняется только автоматически, я так понял.
Поэтому не получилось заново загрузить. Извините. Так, вот следующий большой такой суперблок, который много дает. Находится на верхушке там где-то, но вот как туда попасть, я пока не знаю. А, может из этого что-то... А, нет, нельзя из этого ничего собрать. Туда не залезть. Разве что, наверное, обойти где-то с той стороны можно. Вот здесь тоже не войти. Сейчас, короче, надо, наверное, выйти через этот забор и... где-то проход здесь найти. Короче, я нашел я наконец-то, как пройти это место, и не понимаю, как. Как об этом догадаться? Вот что надо сделать. Вот, оказывается, как туда залезть. Вот я не понимаю, как об этом догадаться можно. Не ви... Тут же не видно, что туда можно. Что можно как-то залезть. Ну, может быть и видно, но. И все же я недопонимал. Ну, в общем, мы сюда пробрались. И вот как-то надо. Ага, пролезть. Вот так. Вот так вот мы пролетели. И сверху там еще один должен быть блок большой такой, который много добавляет. Слезай, 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 нам не здесь надо лазить. А, нет, здесь. И вот здоровенный. О, сейчас у нас прям хватает вам вдвойне, прям, чтобы паром этот сделать. Все, паром можно наконец-то построить. Построить, да. Ничего себе постройка какая. Вот это да. Что у нас тут? 65 построек построены. Золотые блоки. 2 из 450. А, да ты просто спас мою шкуру, дружище. Айда на борт. Мы отправляемся на остров Альбатрос. Ну ладно. Кто знает, может даже доплывем. Ой, зачем я это открыл? Как это убрать теперь? Так. А это что? Отправляемся на Альбатрос, да. Так. Здорово, когда безопасности уделяют столько внимания. Наверное, надо зайти внутрь и разыскать Блю. Так, ящик, наверное, на зеленую поставить надо. Или нет. Или да. Ага, это просто ломается. Так, тут ничего не...
быстренько находит. Это у нас что? А что? А, ключ. Ключ. Понятно. Отлично, двери открылись. Все идет как по маслу. Так, ну это по-любому для сборки надо. Все, вот так. А, блин, сюда нельзя. Так, а дальше куда? А, вот здесь ползать надо вот так. Ух, ладно, давайте попробуем. Так, одну секунду. Продолжаем. Так, там что-то лежит, давайте возьмем. А, костюм мясника, ясно. Так. А, здесь крючком надо. Суперблок, что ли, был? Блок, только если я туда прыгну, то уже не вернусь. Так быстро сюда. Так что пока, наверное, прибережем для другого раза. Ага. Там один лежит. Только вот мне туда не. Только вот мне туда не добраться. А, вот так можно. Блин. Ну, пипец. Ладно, потом достану, если можно будет. Если нужно будет. Так, теперь надо найти способ через этот забор попасть. Йо, начальник, тебе преступников ловить надо, а не наши мечи. Эй, зачем? А язык у тебя хорошо подвешен. Я еще не так могу. Ну и где же ваш мяч, который мне нельзя ловить? Кучка злобных бандюганов отняла его. Недобрые они, короче. Если я верну его вам, пустите меня? Типа не могу обещать, вот. Слова паразиты? О, ты меня разочаровал. Так, ну я понял. Хорошо. Странные все-таки это сделки. Странные сделки, что вот этот... Мяч, тюрем. Мяч заключенному дать, чтобы он нас пустил. Это же странно. Так, здесь интересно, куда-то карабкаться надо. Меня понял. Ну, здесь нет. Мне сегодня это доделать.
А, и не ту кнопку уже. Вау, ё-моё. А это что? Что это за штуковина? С ней ничего сделать вроде бы я не вижу, чтобы можно было что-то с ней сделать. Но, ладно. А, вот мяч. Другие уже тут балуются с ним. Ах, вы драться, значит? Я еще даже не начинал! Покажи, чего стоишь! Сейчас будет больно! Красиво дерется-то! Сейчас будет больно. Готов? Что ты привязался? Я просто мелкая сошка, только часы ворую. Надеюсь, ты меня посадят в мою старую камеру. Давно хотел там занавески поменять. Да что ж ты будешь делать? Несправедливо. А где мяч? А, вот он. Моей камеры открывается классный вид на море. Ты достал его? Ладно, уговор есть уговор. Все-таки пообещали. Ладно. Эй, ты не Блю? А ты сам-то кто будешь, сынок? Я Чейз. Говорят, ты кое-что знаешь о бешеном Рексе. Бешеный Рекс? Этот парень у меня в долгу. За то, что помог сбежать? Какая мне от этого выгода? Рекс был моим лучшим клиентом до того, как смылся, не заплатив за джакузи. Ты знаешь, как сложно протащить сюда такую штуковину? Кстати говоря... Аккуратнее там с новой тачкой Хейвуда! Все под контролем, Блю! Ну и как же сбежал Рекс? Всех нас мучает этот вопрос. Но никто не имеет права осмотреть его камеру. Даже полиция. Очень странно. Ну... Мы ведь оба хотим, чтобы Рекса упрятали обратно. И у меня есть одна идея. Возьми кое-что в моей камере, и я все тебе объясню с помощью этого. Это рогалик? Нам здесь нельзя пользоваться телефонами. Внутри телефон. Введи свой номер. Хитроумно. Держи. Надеюсь, что твой план сработает, Блю. Эй, Фримен, мне плохо. Нет. Нет, я не Фримен. Вдруг его адвокаты следят за нами. В чем дело, Хейвуд? Новая тачка не по вкусу. Тачка. Это что сейчас было, блин? Суварту, блин. Так, ладно, понятно. Идем туда. Интересно. Так, сейчас опять загрузка долгая будет. О. А, нет, недолго. Что тут творится? Я слишком стар, чтобы гоняться за самонадеянными мальчишками. Помочь вам? Было бы неплохо. Можете загнать этих ребят обратно в камеры? Да не вопрос. И чё себе аж сломал эту? Ah!
на раз-два все это делается. Ну вот и все. Здорово сработано. Я могу вам чем-нибудь помочь, коллега? Да. Мне нужно осмотреть камеру одного заключенного. Кажется, его Блю зовут. Ха-ха-ха, Блю! Он сидит тут почти столько же, сколько я работаю. Всегда угощает меня пирогом, который печет его мамочка. Забавный у него вкус. Пойду-ка вздремну. В любой момент может что-то стрястись. Поэтому я и сплю 4 раза в день. Как я сейчас жалею о своем жизненном выборе. Чё у нас здесь? Чейз Маккейн грабитель. Да ладно. Мне что, преступником притворяться надо, что ли? Удерживай, а чтобы открыть ленту персонажей. Интересно, интересно. А, мы хитростью их, наверное. Попал в камеру? Да. Так, у меня мало времени. Тут охранники рядом. Хватай шмотки и бегом в кабинет Уордена. Что? Это единственный путь в камеру Рекса. Стой. Да, это Блю. Он постоянно разговаривает с рогаликами. Псих. Ну, вперед. Дверь на 3-м этаже, справа от шахты лифта. И лучше, чтобы Уордена там не оказалось. Ну, коп, я тебе это припомню. Окей. Тебе повезло, что между мной и тобой это решетка. Тут что, потайной ход какой-то, что ли, есть? А, нет, это просто переход между камерами такой. Вы не можете меня здесь держать, там такое солнце за окном! Не знаю, нужно ли это, но давайте откроем. Пущу мои любимые передачи по телеку! Вы не можете держать меня здесь вечно! А это у нас что? Нет, тут ничего нет. А, хоть не в карцер посадили, и то ладно. Но эта штука, наверное, вот эти решетки открывает. Других вариантов я просто не вижу. Выпустите меня отсюда, я не виновен! Я имею право на вторую попытку. Так, вот, а как дальше попасть? Я же на самом деле милейший парень. Могу доказать, выпустите меня, а? Так, нет, с этими ничего делать не надо. А вот сюда, наверное, залезть следует. Только вот пока что я не пойму, как. Тут везде, там не пролезть, там провода электрические. Может, по этим будкам? Тут что-то... нет, они просто... Они не бесполезны, они просто ломаются. А так пользы от них никакой нет. А здесь что? Что-то есть? Тут почему-то разные по цвету двери. Не, наверное, как-то можно через те провода попасть, но вот как, я пока не знаю. А это что за... А это что закрывает? Разбивайте объекты, и вам станет ясно, что делать. Ага, все понял. Как открыть, как взять этот коммуникатор-то? Не, не этот. Я забыл, как открывать этот. Я забыл, как этот планшет достать. Он не достается ведь на L.
Может... Может вот так как-то? Может назад поменять? Не, походу костюмы и менять приходится иногда. Ага, там ключ лежал. Ага, вот так надо пробраться сюда, понятно. Так, ну сюда мы не пройдем, там закрыто. А здесь надо... А, костюмы, короче, это способности меняются. Наши умения. То есть в костюме грабителя можно только пользоваться ломом, и только в костюме полицейского можно тем планшетом, для тем поисковиком пользоваться. Так называемым. О. А, все понял. А, это какой-то, это ключ-карта какая-то, что ли? Да, это ключ от двери, от этой. И эти лазеры уберутся отсюда. Окей, все понятно. Чейз, экстренный вызов. Что такое? Как ты думаешь, нравлюсь я Элли или нет? О боже, Рекс! Какой экстренный вызов. Я в тюрьме, ты забыл? Пытаюсь понять, каким образом сбежал Рекс. Ой, прости. Но я думаю, нравишься. Ура! Ответь все-таки. Так, ладно, я открыл. А, крюк надо. А, надо переодеть костюм. В целом, я уже давно замечал, что ему или вроде бы нравится. Эй, а вы чё, обалдели что ли? А ну... О, прям мимо. Так, что с этим делать? Ну туда нельзя, там замок, видимо, туда нам еще пока не надо. Здесь надо опять костюм грабителя надевать. Заканчивать скоро будем уже. Так, открывай. Открывай дверь-то. Ага, мы сделали открыватель дверей. Зашибись просто вообще. Это еще что за... Кое. Почему... Откуда в тюрьме такая хата? Офигенная. Чейз, ты уже там? Да. Уорден только что вышел в дверь в другом конце кабинета. Это его личный туалет. Забаррикадируй дверь. В его кабинете потайной лифт. На нем ты попадешь в тюремный корпус Рекса. Но Уорден будет этому сильно не рад. Понял. Хитроумно. Ха! Ну ему не с руки сейчас торопиться. Что? Тут кто-то есть, что ли? Нет, я же уже говорил. Я никого туда не пускал. Даже этого придурка Данби.
И тебя я тоже не хочу здесь больше видеть. Ну что ты? Конечно, я не из туалета звоню. Мне пора. Кто там? Что ты тут делаешь? Хочешь залезть в мой сейф? А это, а это какой, первый, что ли, костюм надо? Или что это? Нет, судя по всему, это... Нет, это костюм грабителя тоже, по-моему, надо. Только посмей лапать мои записи! Особенно оперные! Так, стащили. Их могу слушать только я! Не смей проигрывать их! Да что ты и выронил-то его? Что там происходит? Что-то я не пойму, что это значит вообще все. Музыку зачем он проигрывает? На преступников, что ли, как-то действует? Я понятия не имею, о чем пели те две итальянки в тот день. И почему эти парни танцуют друг с другом. Точно действует. И как он умудрился надеть сковородку на голову? Есть много вещей, которых я не могу понять. Выпустите! Выпустите меня! Опа, бомбануло. Блин, а что делать-то тут надо? А, подождите, там надо щелкать. А, все понял. Вот так надо щелкать. Щелкать стрелочки вот эти. Блин, когда закончится уже глава это или что там? Когда заканчивать-то видео уже можно? Мы уже долго записываем. Так, готово, я так понимаю. А теперь... Снимайся, слезай отсюда. Короче, ребята, я предлагаю остановиться вот здесь пока что. У меня просто времени сейчас мало, надо и кое-куда сходить. На сегодня все, с вас эпизод, с меня эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.